Увлекательная игра, посвященная Дню молодежи, начнется в 11 утра в Роза Долине. Участники смогут почувствовать себя настоящими охотниками за сокровищами. Найти клад будет совсем непросто, ведь для этого игрокам нужно проявить свою ловкость и смекалку. В драгоценном сундуке победителей ждут сертификаты на прогулочные билеты «Путь к вершинам», проживание в отелях комплекса, посещение панда-парка, гонки на автотреке «Квалификация» и многое другое. Напомню, квест состоится 26 июня.